Добрый день, коллеги. Рад вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства России ТАСС. Приветствуем всю аудиторию, которая подключается к нашей онлайн-трансляции. Прямо сейчас начинаем пресс-конференцию, посвященную проведению с 14 по 16 октября этого года в Московском государственном институте международных отношений 13-го конвента Российской ассоциации международных исследований по теме «К 30-летию внешней политики новой России». Конвент соберет более 2000 ведущих российских и зарубежных ученых, которые обсудят эволюцию российской внешней политики за последние 3 десятилетия, специфику и динамику отношений с новыми независимыми государствами и трансформацию социальной политики в современных реалиях. О программе конвента, основных ее темах, ключевых мероприятиях расскажут наши сегодняшние спикеры. Позвольте, я их представлю. В пресс-центре ТАСС ректор МГИМО, президент РАМИ Анатолий Таркунов. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Проректор МГИМО, исполнительный директор РАМИ Артем Мальгин. Артем Владимирович, добрый день. Директор Центра устойчивого развития МГИМО Руслан Алиев. Руслан Аллахвердиевич, приветствую вас. Директор Центра евразиатских исследований Иван Сафранчук. Иван Алексеевич, добрый день. И на удаленной связи с пресс-центром ТАСС старший научный сотрудник Института международных исследований Андрей Казанцев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Прежде чем передать слово нашим спикерам, я напомню, что аккредитованные журналисты имеют возможность принять участие в нашей пресс-конференции, прислав свои вопросы в специально созданный для этого чат в WhatsApp. Чуть позже я их озвучу. Коллеги, которые присутствуют в зале, также смогут задать свои вопросы после того, как выступят наши спикеры. Анатолий Васильевич, хочу передать слово вам. Расскажите, пожалуйста, о РАМИ в целом. Насколько деятельность вот ассоциации важна именно сегодня, учитывая, ну, скажем так, вечно сложные эти самые международные отношения? Это будет 13-й конвент Российской ассоциации международных исследований. В прошлом году мы из-за пандемии не проводили, ни в очном, ни в заочном режиме очередной конвент. Так что вопросов накопилось много, и желающих принять участие тоже немало. И связано это с тем, что изначально Российская ассоциация международных исследований задумывалась как достаточно широкий сбор специалистов по внешней политике, по международным отношениям, по мировой экономике, отнюдь не только из столичных городов, то есть Москвы, Петербурга, там, Казани, но из многих других городов и весей Российской Федерации, и, конечно, заграничных гостей. Мы очень рады тому, что в конвенте принимают участие представители очень многих университетов от Дальнего Востока до Калининграда. Это люди, которые профессионально занимаются преподаванием международных отношений, историей международных отношений, мировой экономики. И поэтому это, конечно, событие очень важное для образовательного сообщества, поскольку есть возможность обменяться мнениями, суждениями, услышать интересных спикеров, как российских, так и зарубежных. И это такое общественное событие. Но одновременно, конечно, это и серьезные научные события, поскольку по итогам каждого конвента мы выпускаем целую серию сборников, статей, которые активно используются и в учебном процессе, и в научной работе наших коллег, и нами, конечно же, используются активно. Вообще мы задумывали 13-й конвент как в известной степени мемориальный к 30-летию внешней политики России. Но после достаточно серьезных дискуссий внутри нашего сообщества, организаторов этого конвента, мы пришли к выводу, что, видимо, все-таки вынести на первый план надо тему, связанную с устойчивым развитием, как платформы для широкого международного диалога. Я думаю, что все обратили внимание, что в последнее время, последние месяцы тема устойчивого развития, изменения климата занимает одно из центральных мест во всех международных организациях, международных и двусторонних переговорах. Проходят саммиты и готовятся очень серьезные саммиты, которые посвящены этой тематике. И, конечно, ясно, что вообще эта проблема заботит отнюдь не только руководителей стран или международной организации. Эта тема затрагивает практически всех нас, каждого из нас. И мы это время от времени ощущаем, так сказать, смотря на погоду, видят техногенные катастрофы, которые часто антропогенны, часто связаны с изменением климата. Да и изменение климата – это тоже антропогенное явление. Хотя здесь много споров,
И у меня нет, как говорится, стопроцентной оценки этих событий и причины их. Но, тем не менее, это очень важная, волнующая всех тема. Поэтому мы имеем в виду начать нашу сессию пленарную в РАМИ, именно обсудив устойчивое развитие и платформу для международного диалога по этому вопросу. Тем более, что мы не так давно создали Центр устойчивого развития, который Руслан Алиев возглавляет, и пытаемся сегодня привлечь интересных специалистов, как российских, так и зарубежных, сотрудничать с международными организациями, и уже немало сделано на этом пути, но, в принципе, мы предполагаем, что в рамках программы 2030, в которой мы активно участвуем, мы эту тему будем считать одной из самых приоритетных. И для нашей исследовательской работы, нашего международного позиционирования, так, конечно же, и для учебного процесса, поскольку эта тема важна для всех наших выпускников, независимо от того, чем они будут заниматься, какой факультет, по какой специальности они окончили. Тем более, что в рамках наших проектов по 2030 мы планируем существенно расширить возможности студентов, в частности, представить, проэкспериментировать с двойной специальностью. Но, в частности, сегодня мы уже подготовили программы, по совмещающие экологию и менеджмент. И думаю, что мы по этому пути пойдем и дальше. Опыт такой есть. Есть в зарубежных вузах, есть успешный, есть и не очень успешный. Но, естественно, мы будем опираться на успешный опыт. И главное, что будем опираться на свои мысли, соображения по этому поводу. Так что эта тема очень интересна и важна для нас. И, конечно, в рамках этой темы, точнее, продолжения этой темы, мы будем обсуждать на международной конференции проблему ESG, то есть Ecological Social Governance. Эта тема сегодня важна для всех, в том числе для наших корпоративных партнеров, а у нас их много. Сегодня практически все крупные структуры реального сектора экономики, наши индустриальные партнеры, этой темой занимаются довольно активно. И поэтому мы полагаем, что с учетом нашего опыта, с учетом наличия у нас классных специалистов, юристов, экономистов, мы могли бы включиться активно в вопросы, связанные с регуляторикой, правовым обеспечением, пониманием международного опыта, необходимостью внедрения в образовательные программы этой тематики, экологической и социальной ответственности, экологического социального управления. И, в общем, наверное, вы все представляете, коллеги, что недавно мы только об этом заговорили так активно, а в принципе мы понимаем, что все проекты, которые принимаются в Европе, приняты в Америке, ну, не только принимаются, уже и приняты по зеленой экономике, приняты в Китае. Правда, как мы видим, уже они привели к определенным трудностям в связи с сокращением добычи угля, производства угля. Вы видите, мы в новостях каждый день смотрим, что не хватает уже электроэнергии для многих городов, предприятий Китая. Но тема сама по себе это исключительно важная и актуальна. Она, конечно, связана в целом с устойчивым развитием, с изменением климата, весь этот комплекс вопросов. Ну и на специальной сессии мы обсудим уже, собственно, 30-летие внешней политики России, как она трансформировалась, какие задачи стоят сегодня перед внешней политикой, как они видятся научному сообществу. И вместе с нашим партнером, очень надежным и давним, ММО, Институт мировой экономики и международных отношений, мы проведем специальную сессию России в постковидном мире. В последнее время появилось на этот счет немало исследований, в том числе вышло наше, созданное вместе с Институтом Академии наук, солидная монография в России в постковидном мире. Знаю, что вышли и другие монографии, в частности нашего профессора Юргенса, в соавторстве с зарубежным автором на этот счет, да и у других университетов исследовательских, с Урбановичем, да, вышли такого рода работы. Там очень много интересных размышлений,
Вот их хотим обсудить. Затем у нас будет важная очень сессия для нас памяти известного профессора Аллы Зинькович, блестящего специалиста по испанскому языку и человека, имеющего очень серьезную дипломатическую практику по Ибероамериканскому центру. Ну и не могу не упомянуть, конечно, нашу пленарную сессию на следующий уже день, 15 октября, связанную с развитием отношений России и АСЕАН и динамикой взаимодействия. Это к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН. Ну и, мне кажется, исключительно интересно, и мы ожидаем супер, как теперь любят говорить, спикер на этот счет, на сессию, специальную сессию по Афганистану. В том числе спецпредставителей по Пакистану, по Афганистану, которые по Зуму готовы будут там связаться, представляющих страны, напрямую связанные с этой тематикой, в том числе по границам, я имею в виду спецпредставителя Пакистана, есть договоренность с спецпредставителем ООН по этой тематике. И еще кто у нас спецпредставитель? У нас все центральноазиатские страны. Да, будут представлены центральноазиатские страны. Они будут в офлайне, вице-спикеры, либо на уровне вице-спикера, либо на уровне парламентов, либо на уровне ведущих ученых по этой тематике, ну и в целом по международным отношениям. Мне кажется, что это может быть очень интересная сессия, тем более там и военный аспект будет обсуждаться. Ну, вот у нас профессор Сафранчук занимается этой темой уже много лет. Один из, я считаю, крупнейших специалистов сегодня по афганской проблематике. Так что, думаю, да, и Андрей Казанцев крупный специалист по этой теме. Но те, кто следит за публикациями, видят, что в последнее время очень много комментариев, самых разных публикаций, комментариев эти два ученых дают и в средствах информации. Ну и завершая, хочу сказать, что будет у нас интересная конференция для юристов «Право между Востоком и Западом». Мы делаем это вместе с Казанским федеральным университетом, с юридическим факультетом. Ну и затем будут работать секции. Секций много, больше 50, видимо, секций, потому что они все множатся и множатся, очень большой интерес. И мы даем согласие на новые секции, потому что мы хотим, чтобы молодые люди, которые приедут, имели возможность высказать свою точку зрения, если не на больших пленарных заседаниях, где это невозможно просто, а в рамках дискуссии на секциях. Вот так. Спасибо. Анатолий Васильевич, спасибо большое. Ну, в общем, я так понимаю, и про будущее, и про настоящее, и про прошлое, про все успеете поговорить в ходе конвента. А, Артем Владимирович, я хотел вам, как исполнительному директору РАМИ, передать слово. Понятное дело, что вот в прошлом году, значит, были определенные ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией. А как сейчас, какие особенности проведения конвента в этом году вы можете отметить? Может быть, разные форматы, потому что все уже привыкли к этому гибридному формату. Собственно, у нас даже пресс-конференция частично в этом самом гибридном формате происходит. Вот немножечко поподробнее про то, как это все будет проходить. Расскажите, пожалуйста. Да. Спасибо. Но мы исходим из того, что конвент РАМИ – это, как сейчас принято говорить, ковид-фри мероприятие. То есть все участники просто обязаны иметь сертификаты о вакцинации. Российские ли вакцины или признаваемые в их национальных юрисдикциях вакцинами. Поэтому участников, которые не будут иметь сертификат, мы, к сожалению, не допустим, или это было бы очень трудно сделать при таком большом количестве участников. Мы соблюдаем все необходимые интерно-эпидемиологические нормы, но тем не менее исходим из того, что вакцина – это лучший вариант защиты и себя, и окружающих. На самом деле для образовательного сообщества это то, что уже стало нормой. Все преподаватели, сотрудники нашего университета, других вузов страны, там, где это ответственные руководители, наши партнеры из-за рубежа, это те вузы, где вакцинация состоялась. Это вакцинация для преподавателя стопроцентная, потому что Анатолий Васильевич здесь уже при всем своем таком либерализме и патерналистском отношении к коллективу. Я поэтому уточнил про патернализм, просто отстранял от работы тех, кто был не вакцинирован. И на самом деле это сработало.
Что касается гибридного формата, то действительно, сейчас Анатолий Васильевич назвал 50 с лишним секций, которые у нас заявлены на площадке, они пройдут в различных аудиториях в течение двух, но мы сейчас видим на самом деле трех дней, мы закладывали субботу, и в субботу многим коллегам, особенно из регионов, там проще приехать, чтобы здесь встретиться с своими московскими коллегами, но примерно такое же количество сессий, они, собственно, будут проходить в онлайн. Все эти секции 54 будут иметь свою онлайн-составляющую дистантную, но целый ряд, как я уже сказал, будут идти и только в дистантном режиме. Вообще мы исходим из того, что этот конвент станет, наверное, первым новым в том плане, с точки зрения применения информационных технологий. Здесь нашим таким основным партнером является Ростелеком, который нам поможет организовать необходимые мероприятия с технической точки зрения. Что еще? Я бы, может быть, отметил несколько таких моментов. Как всегда, РАМИ – это своеобразная, конвент РАМИ – своеобразный смотр, то, что могут предложить и исследователи московские, МГИМовские исследователи, и наши коллеги из регионов. Но, в частности, огромная будет такая презентация нашего Института международных исследований, института, который благодаря нему МГИМО сейчас входит в число международных научных центров. Один из них действует на базе нашего университета по изучению человеческого капитала. И мы полагаем, что вот тот огромный объем публикаций, огромный объем исследований, он уже заслуживает своего представления не просто в режиме отдельных сессий, но как специальная такая сессия, призыв к сотрудничеству, к взаимодействию, где директор, руководитель ведущих центров представит то, что им удалось сделать за последние 3-4 года такого взрывного роста. Также мы предложили, на это предложение откликнулись наши коллеги из других стран. В частности, будут представлены два института, базирующихся в Ташкенте. Это Узбекский университет мировой экономики и дипломатии, наверное, базовый внешнеполитический вуз, вот это партнерское, очень важно для нас страны, и Международный институт Центральной Азии, структура, которая возникла как результат консенсуса центральноазиатских государств, и сейчас у которой все больше и больше появляются сферы своего вовлечения применительно к ближайшим соседям, к той же ситуации в отношении Афганистана. Традиционно на площадке РАМИ будут приглашены российские и зарубежные издательства, с тем, чтобы нам не ходить там по пустым холлам или коридорам. Это и традиционные выставки, продажи книжных каких-то новинок. И, что очень важно, это возможности деловых сессий, потому что поиски автора и издателя зачастую вот они затруднены, когда у тебя на площадке находятся, наверное, все специалисты по самому широкому спектру международных исследований, этот поиск для издательства становится более таким удобным. Мы постарались пригласить на площадку РАМИ доступные нам гражданские диалоги. Это и Трианонский российско-французский диалог, Сочинский российско-австрийский диалог, конференцию, которая организовывает ОСЕАН. Это деятельность уже центра ОСЕАН, который финансируется фондом диалогового партнерства совместного предприятия секретариата ОСЕАН в Джакарте и российского правительства. Также мы ожидаем коллег из других петербургского, российско-германского, итальянского диалогов. Из новаций, которые мы ожидали в последние дни и не совсем понимали, успеем это мы сделать или не успеем, и вот только сегодня утром нам сообщили коллеги, успеем, мы успеем подготовить и представить первый доклад по этике искусственного интеллекта. Исходим из того, что проблематика искусственного интеллекта – это феномен международных отношений, и доклад по этике, широко понимаемый, да, как и то, что сказывается на международных политических отношениях, совместно с Курчатовским институтом, это очень важно, да, что МГИМО не сам что-то изобретает, а это делает совместно с ведущим российским научным центром, имеющим компетенции, собственно, в технико-технологической сфере. Вот этот доклад будет представлен и в когнитивной. Действительно, на самом деле, что касается когнитивной, большой блок секции
в том числе с Курчатовским институтом, будет представлен по традиционной лингвостроновеческой, лингвистической тематике, где вот это восприятие больших данных, восприятие культурных процессов, которые становятся оцифрованными, ну вот, на наш взгляд, это одно из ведущих таких направлений динамизации, что ли, современных международных исследований. И что касается всегда для журналистов, для тех, кто следит за конвентом, очень важны громкие имена. Анатолий Васильевич сказал, сейчас коллеги назовут еще наших представителей по секциям из Афганистана, по ESG, кто будет участвовать. Могу сказать, что у нас в онлайн-формате участвует Паскаль Ламми, бывший генеральный директор ВТО, сейчас президент Парижского мирного форума, господин Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, сейчас один из, как принято говорить, стейкхолдеров процессов, связанных с устойчивым развитием. Мы традиционно рассчитываем на участие министра иностранных дел. Единственное, что повестка его настолько сейчас плотная, что это мероприятие появится, ну, буквально за несколько дней до форума, когда уже Сергей Викторович и Анатолий Васильевич согласуют такой удобный и интересный для участников формат присутствия вот нашего как бы традиционного лидера этого мероприятия. И мы рассчитываем на участие двух спикеров парламента, два спикера Сената из Узбекистана и Азербайджана, которые на самом деле привлечены в качестве таких главных международных гостей к первой открытой международной конференции по ESG. Ну, вот, наверное, и, соответственно, человек, который стал гостем ГИМО в последние годы частым, в последние месяцы частым гостем, и благодаря кому, собственно, и возник у нас Центр устойчивого развития, это Анатолий Борисович Чубайс, который выступит на пленарной сессии. Анатолий Борисович, как вы знаете, сейчас специальный представитель президента по связи с многосторонними институтами в целях устойчивого развития. Поэтому это вот такая двойная идентичность. С одной стороны, это многосторонний международный институт, с другой стороны, проблематика, которая очень широка, мне кажется, поможет сделать наш конвент тем более интересным. Артем Владимирович, спасибо большое. Вот вы про громкие имена говорите, а я что-то сижу и все хочу спросить, а студенты как-то будут задействованы или нет? Сразу вот хотелось бы понимать, насколько, какое участие примут именно студенты вашего вуза в этом конвенте? Ну, студенты принимают, конечно, участие всегда. Все будет определяться еще и возможностями, так сказать, физическими аудитории, помещения. Но мы-то исходим из того, что преподаватели, которые участвуют, они транслируют потом эти знания, дискуссии студентам, тем более, что регулярные занятия не прерываются на эти дни. Вот, что важно. Да. Ну, кто сможет из студентов, ну, прежде всего, магистры, которые занимаются во второй половине дня, они, конечно, будут допущены, здесь нет вопроса. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Руслан Алахвердиевич, вот тут говорилось уже, да, про то, что создан МГИМО Центр устойчивого развития, вот он появился буквально недавно. Расскажите, пожалуйста, чем он займется, в двух словах буквально, и как он будет представлен, опять же, на конвенте, что вы там обсудите, ну и, опять же, также раскройте те самые громкие имена, которые должны принять участие в ваших сессиях. Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. Постараюсь в двух словах, но учитывая, что история уже создания этого центра подходила примерно около 10-11 лет, для того, чтобы создать этот центр, мы прожили 10-11 лет такой интенсивной, интересной работы. А в последние годы российский бизнес уделяет большое внимание трансформации своих стратегий и бизнес-процессов в соответствии с принципами устойчивого развития. К сожалению, это большая масштабная работа, и она не делается за один или два года, поэтому для такой работы нужны кадры, а с кадрами большая проблема. Это то, что мы начали много лет тому назад, благодаря поддержке руководства университета, в частности Анатолия Васильевича Таркунова,
16 ноября 2010 года было решением ученого совета МГИМО была создана кафедра международных комплексов проблем природопользования и экологии. Это в 2010 году. За это время мы проделали колоссальную работу. Можно перечислить то, как прошло становление непосредственно обучения наших студентов. Впоследствии это выпускники по направлению экологии и природопользования. На сегодняшний день за 7 выпусков у нас 145 специалистов выпущено за это время. Плюс прошла большая общественная работа. Начиная с 2011 года в МГИМО действует студенческий экологический клуб, который в 2011 году был запущен. С того времени МГИМО на регулярной основе занимается раздельным сбором мусора. В 2012 году, опять-таки по инициативе этого же общественного объединения студенческого, были построены велопарковки. С того времени у нас очень много проходило всяких мероприятий. Проходил молодежный форум по устойчивому развитию под эгидой экономического клуба «Экономикус». Параллельно вместе с этим развивалась и наша образовательная программа. На полях МГИМО на разных факультетах были запущены совместные магистерские программы по устойчивому развитию, стратегии управления в энергетике, потом управлению устойчивым развитием, ну и так далее. Ну и, соответственно, то, к чему мы подошли буквально полгода тому назад, 30 марта текущего года, ученый Совет МГИМО поддержал идею создания Центра устойчивого развития МЦУР и объединил вокруг себя всех стейкхолдеров в стенах МГИМО по этому направлению. А это порядка 20 игроков, которые в той или иной степени на протяжении десятилетий, можно сказать, этой темой занималась. Потому что вообще официально термин устойчивого развития был запущен в международный оборот в Рио-де-Жанейро, то, что называется мероприятие Рио плюс 20 в 2012 году. И с того времени Это устойчивое такое определение, оно завоевало, соответственно, свое место. И вместе с этим бизнес начал присматриваться, но активным таким, основным таким пушем в этом направлении было подписано соглашение Парижское в 2015 году, ну и, соответственно, в том же году были приняты 17 целей устойчивого развития. Соответственно, бизнес не может обойти это стороной, и последние два года вообще активно начали говорить о том, что бизнес должен присматриваться и выстраивать свои стратегии в соответствии с ESG-трансформацией своих бизнесов. В этом мы помогаем. Основные задачи нашей задачи МЦУР на сегодняшний день – это создание в университете международной экспертной площадки для обсуждения представителей международных организаций, научного сообщества, государственного управления, финансовым сектором, бизнесом, интеграции приоритетов устойчивого развития в современное общество. Мы взяли на вооружение 4 направления. Это образование, соответственно, двухуровневое, бакалавриат и магистратура. В этом году у нас запущено магистратура на базе школы бизнеса МГИМО по направлению менеджмент. И вторая магистратура совместно с партнером из Санкт-Петербурга, известным университетом, мы запустили направление по экологии, подготовке магистрантов по экологии природопользования. Этому направлению мы будем тоже уделять большое внимание, потому что на сегодняшний день очень важна научная поддержка. И главное, как я совершенно недавно услышал такое выражение, мне очень понравилось, было из уст президента Российской академии наук, господин Сергеев, сказано, что нужна научная дипломатия. Соответственно, то, что в принципе мы можем представить, нам нужно подготовить специалистов, экспертов в этой области, которые будут между собой, соответственно, общаться на международном уровне. Это то направление, которому мы тоже уделяем внимание. Ну и, соответственно, консультирование для бизнеса, как бизнес, который собирается входить на российский рынок, консультирование этого бизнеса и ESG-инвесторов. Ну и так готовить российские компании к ESG-трансформации. Вот эти четыре направления, о которых я сказал, мы активно на сегодняшний день продвигаем. Мы активно сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами, как в бизнесе, так и международными организациями. На сегодняшний день они являются такими драйверами. Да, это и Российская ассоциация содействия ООН в рамках много ООНовских, входящих в ООНовскую структуру. Это и ассоциация национальная сеть глобального договора. Это и многие другие структуры, с которыми мы вместе
совместно продвигаем эту повестку. Что касается непосредственно нашего мероприятия, нашей конференции, которая пройдет на полях РАМИ, так, там заявлены 4 секции. Это секция устойчивого развития и ESG-трансформации, вызовы для бизнеса, также зеленый переход и новая фаза торговых войн, роль международной дипломатии, обязательно наука и образование в устойчивом развитии, ну и, соответственно, специальная сессия кафедры международной экологической повестки дня, ориентированная на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации. Я очень рад, что заявлено очень много как российских гостей, профессионалов, так и, соответственно, зарубежных участников в онлайн и офлайн формате. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Вот по поводу, собственно, этого формата, опять же, одной из центральных, я так понимаю, этой тем будет всего конвента. Вот не могли бы вы чуть-чуть подробнее, наверное, рассказать, почему именно сейчас вы решили на этом сфокусироваться? Понятно, вы в начале этого коснулись, но, так сказать, дайте более еще такой глобальный взор на эту проблему, почему ее сейчас нужно рассматривать, не только потому, что она актуальна. И самое главное подчеркнуть, что это будет, по всей видимости, первая международная конференция, которая посвящена ESG. И это мы полагаем, что это должно стать началом целой серии дискуссий разного уровня, конечно, связанных с этой проблематикой, в том числе организованной и для нашего бизнеса, представителей бизнеса. Я знаю, поскольку общаюсь со многими представителями бизнеса, что они этими вопросами занимаются, но очень важно посмотреть в целом на тот мировой опыт, который уже существует, изучить лучшие практики, ну и в целом посмотреть, как все, что делается у нас, вписывается и в цели устойчивого развития, и в целом в идеологию ESG. И в этом смысле мы надеемся, что это будет такой толчок к дискуссиям на этот счет. А это будет какое-то обсуждение или вы хотите прийти к каким-то еще решениям? Нет, у нас нет. Ну какие решения на конференции научной, мы же никаких обязательных решений принять не можем. Мы просто зададим, как я надеюсь, зададим тон. Потом дискуссии будут продолжены вот в 4 секциях, о которых говорил Руслан Алиев. Ну и, в принципе, мы имеем в виду принять какой-то итоговый документ. Но этот документ, как говорят международных организаций, non-binding, конечно, это просто для дискуссии и для того, чтобы можно было к нему обратиться, когда возникает необходимость, сверить часы нам вместе. Да, спасибо большое, Артем Владимирович. Да, может быть, мы не до конца сумели прояснить логику. Я бы подчеркнул вот еще что. Что сейчас очень много дискуссионных площадок по теме ESG, они появляются очень быстро, почти синхронно, потому что здесь Россия не только что не отстает, но впереди многих наших партнеров. И мы исходим из того, что в нынешней ситуации наличие такой евразийской, не то что российской открытой, евразийской открытой площадки дискуссии по ESG тем более важно. Потому что наши соседи, партнеры здесь, без всякой иронии я говорю, достаточно консолидированное мнение имеют по проблематике устойчивого развития, по ESG, имеется в виду и страны Европейского Союза, и уж точно консолидированная внутри самой страны позиция у таких больших игроков, как у Китая. Есть некие наработки в трансатлантической сфере, и вот это огромное пространство, охватывающее бывший Советский Союз, многие страны Восточной, Юго-Восточной Европы, не входящие в Европейский Союз, страны Ближнего Востока, которые являются и эмитентами огромного количества собственно, промышленных выбросов и странами, наиболее динамично развивающимися с точки зрения промышленности. Вот для них дискуссионная площадка не создана. Мы понимаем, что много будет попыток. Мы делаем одну из них, создавая вот эту открытую российскую международную конференцию по ESG, которая в этом году, для того, чтобы быть лучше, может быть, подсвечена, чтобы стать известной сразу для широкого круга международников, она проходит в рамках конвента РАМИ. А дальше надеемся, что она заживет вообще своей жизнью. Понятно. Спасибо большое, Артем Владимирович. Спасибо за разъяснение. Ну и еще одна важная тема, о которой вы начали говорить, да, это, естественно, ситуация, связанная с Афганистаном и
вот эту тему вы тоже затронете на конвенте. Соответственно, Иван Алексеевич, не могли бы вы поподробнее немножечко об этом рассказать? Кого мы все-таки увидим, каких представителей, каких специалистов можно будет ожидать на конвенте, и которые примут участие именно в обсуждении этой темы? И вообще поподробнее немножечко дать какой-то взгляд на этот вопрос сегодня. Спасибо. Я, если можно, хотел бы сделать небольшой мостик вот к тому, что говорил господин Алиев. Это такие хорошие проекты, что я, например, участвую, по крайней мере, в одном из ваших проектов по сбору макулатуры. Вот регулярно участвую. Мы очень это, кстати говоря, не так мало, что можно удобно на территории института это сдать. И будем надеяться, что на самом деле макулатуру будет меньше по мере того, Анатолий Васильевич, как мы продвигаемся с цифровизацией, теперь у нас это тоже приоритет. И, может быть, эти два приоритета совместятся, чем то лучше. Макулатура будет в цифре. Да. Сказали мы, разложив бумажки по столу. Да, бумаги будет меньше. Что касается нашей темы афганской, она очень, конечно, вышла на первые полосы новостей, газет, средств массовой информации и стала такой сверхактуальной. И в этих условиях происходит то, что если некоторое время назад афганская тема была в руках профессионалов, специалистов, экспертов, тех, кто посвятил этой теме жизнь, то сейчас, конечно, ни в одной значимой стране решения по этой теме не принимаются без высокого политического одобрения. То есть эта тема выходит на уровень политиков. И здесь есть некоторая опасность, потому что, с одной стороны, роль экспертов может несколько снизиться, роль профессионалов, потому что у политиков, понятно, есть и политические соображения, а не только профессиональные. И мы на этой сессии собираем вместе тех, кто в своих странах обеспечивает экспертизой и проектами решений высшее политическое и высшее политическое руководство. Министерство иностранных дел своих стран, Министерство обороны отчасти, Советы безопасности или аналогичные органы, которые иногда по названию отличаются. Аппараты министров, аппараты президентов. И мне кажется, что это не так просто подобрать вот такой состав людей, которые профессионалами являются, востребованными на политическом уровне. Поэтому у нас есть представители ведущих институтов государственных в своих странах, чья экспертиза напрямую задействуется политическим руководством. Например, в Узбекистане это уже упоминавшимся Артем Владимировичем университет мировой экономики и дипломатии, и мы ожидаем ректора этого университета. Он также вице-спикер Сената, Верхней палаты парламента Узбекистана, господина Сафаева Садыка Салиховича. Мы также ожидаем из Узбекистана на уровне директоров и заместителей директоров представителей Международного института Центральной Азии, который также уже упоминался, а также Института стратегических и межрегиональных исследований и СМИ. Это очень важный в научном плане узбекский институт. Из Таджикистана мы ожидаем ректора Академии государственной службы, а также главного ученого секретаря Академии наук Таджикистана. Оба они являются крупными специалистами по Афганистану, господин Гафурзада и господин Искандаров. Господин Искандаров всю жизнь занимается афганской тематикой, многократно там бывал, знаком со всеми практически афганскими политиками всего спектра политического. Также будут представители Казахстана, Кыргызстана. Ждем представителей Туркменистана тоже.
У нас есть намерение, и не только намерение, мы уже пригласили также ведущих экспертов и отставных дипломатов, тех, кто недавно вышел в отставку и получил возможность тоже говорить по этой тематике на экспертном уровне, из Ирана, Пакистана и Индии. И мы также направили приглашение бывшему спецпредставителю генерального секретаря ООН по Афганистану, очень известному дипломату Брахими. Он много и в российской прессе присутствовал, ну, больше, может быть, с сирийской тематикой, по которой он тоже был потом спецпредставителем. Но он также много занимался Афганистаном, причем в очень сложные периоды жизни этой страны, причем именно в те периоды, когда у власти, в том числе в те периоды, когда у власти было движение «Талибан». Поэтому мы надеемся, что его экспертиза тоже будет очень интересна. И кроме этого, мы приглашаем очень многих российских специалистов, как из научного сектора, так и тех, кто занимался Афганистаном профессионально. Это военные, это дипломаты, в какой-то степени это ветераны афганской тематики, и, как мне представляется, использовать их опыт и проверять текущие действия их опытом тоже не безразлично. Ну и, конечно, наверное, таким главным выступлением на этой специальной сессии будет выступление спецпредставителя российского президента по Афганистану, посла Кабулова Замира Набиевича. Если позволите, я бы хотел вот что еще сказать. Все-таки не зря спецсессия по Афганистану проводится в рамках научного форума Конвента РАМИ. Потому что, конечно, есть текущие какие-то вопросы политические и так далее. Их очень важно обсудить. Но все-таки в афганской тематике сталкиваются очень много больших тем, которыми занимаются политологи-международники. Целый ряд таких фундаментальных философских и теоретических вопросов, они вот в афганской тематике просто сталкиваются. Различные концепции теоретические, различные философские подходы. Ну вот я обозначу только вот одно такое явную такую теоретическую коллизию, которую мы видим в Афганистане. Вот по опыту двух мировых войн, и прежде всего Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, сложился некий международный консенсус, то, что некоторые вопросы не могут быть внутренним делом. В частности, вопросы, связанные с правами человека, это потом было заложено в Всемирную декларацию прав человека. И вообще некоторые вопросы не могут быть внутренним делом, потому что это настолько значимо, что может иметь международные последствия. У нас были примеры такого рода, вот, например, Красные Кхмеры, политика Красных Кхмеров, она может быть просто внутренним делом, если там происходит вот... Это такой ужас, геноцид. Да, геноцид, по сути дела. У нас есть и другие примеры, в том числе в более современной истории. И все это вело к тому, что ну, не можем мы некоторые ситуации оставлять без международного внимания. Хотя вроде бы, да, есть суверенитет, есть границы. Эта философская линия подталкивает нас к тому, чтобы, наверное, Афганистан без надзора не оставлять. Да, научного, но для некоторых и политического надзора. Но с другой стороны, в последние вот несколько десятилетий, самые последние, мы видели, к чему приводит предельная линия такого поведения, когда вмешиваются военными средствами, пытаются вообще переделать, сломать какой-то внутренний код развития этой страны, и все это ведет к ужасу, крови, к невероятным потерям и ни к чему нехорошему не приводят. Кстати говоря, эта проблема не только на научном уровне осмысляется, она и в художественной литературе уже осмыслялась, можно вспомнить тех же Стругацких «Трудно быть Богом». Да, «Трудно быть Богом». Вот когда я в университете преподаю и рекомендую студентам что-то общее, такое культурное по этой теме, я всегда говорю, обязательно прочитайте «Трудно быть Богом». Вот когда я в американских университетах преподавал, для них это было открытие, эта книжка. Она, кстати, переведена была в 2000-е годы на английский язык, и они читают с удовольствием и говорят, почему наши политики это не читали.
И понятно, что мы приходим вот по опыту Ирака, Афганистана, вот этих ситуаций к тому, что ну, нельзя идти и переделывать просто страны. Ну, нельзя. И вот эти две философские такие мысли, философские линии, которые имеют глубокую историю во второй половине 20 века, вот они сталкиваются. В Афганистане это очень, очень очевидно. Поэтому, с моей точки зрения, я так понимаю, что и с точки зрения руководства университета, эта сессия может быть интересна не только узким специалистам по Афганистану или по региону, или по всем этим восточным и южным делам, но и для тех, кто занимается проблемами порядка, соотношением внутренней и внешней политики, соотношением экономики и международных отношений, те, кто занимается теориями. В общем, в какой-то степени Афганистан, может быть, это немножко прозвучит цинично, но это такая живая лаборатория для проверки больших и средних научных теорий. И мы попытаемся на вот этой длинной нашей афганской сессии, у которой будет и открытая часть, и закрытая, дать возможность и практикам, и специалистам именно по региону очень откровенно поговорить. Но и надеемся, что все это будет интересным материалом для тех, кто занимается и более широкой тематикой международных отношений. Спасибо. Иван Алексеевич, спасибо большое. Вот насчет как раз-таки ученых и взгляда ученых. Андрей Анатольевич, вам вот хотел бы слово передать. У нас буквально пару минут остается до завершения пресс-конференции. Вот не могли бы вы дополнить как раз-таки про именно вот эту тему, о которой Иван Алексеевич только что говорил? Так, значит, по состоянию здоровья мне придется побыть говорящей головой. И говорящая голова – это как раз для ученых. Вот, значит, первое, что я хотел сказать, там у нас возникает очень большой круг проблем, который уже был обозначен, связанный с тем, что есть разрыв в понимании между проблемами афганскими, как они есть и как они представлены ну, для массового зрителя, скажем так. То есть я бы даже тут углубил, потому что до этого Иван Алексеевич говорил о проблеме взаимодействия экспертного и знания, которое реализуют политики на деле. Но на самом деле сейчас мы живем в эпоху массовых обществ, и мы находимся на пресс-конференции, и, наверное, куда важнее сейчас поговорить в том числе и о том, какой есть разрыв между объективной ситуацией, которая сложилась в Афганистане, и тем, как зачастую воспринимает ее публика. Потому что ну, зачастую понятно, что Афганистан – это настолько другой мир, что понять его с опытом, ну там, не знаю, там американским, германским, зачастую даже российским, очень тяжело. И вот очень большую роль в ходе этой сессии будет играть сведение, как бы вот там же будет открытая часть, на которой могут присутствовать в том числе журналисты и так далее, вот будет играть сведение того, что знают ученые, с тем, что знают журналисты. Ну вот я приведу пару примеров, если у нас там еще осталось немножко времени. Значит, ну, например, значит, у России есть как бы два таких эшелона политики относительно Афганистана. Значит, при этом в прессе обычно обсуждают либо один, либо другой, но никогда не обсуждают их вместе. Значит, один эшелон политики – это те грандиозные усилия, которые предпринимает наш спецпредставитель Кабулов, посол Жирнов и так далее, для того, чтобы налаживать диалог с Талибаном, поддерживать умеренные группы внутри Талибана, договариваться с афганским правительством о том, чтобы оно проводило такую политику, которая отвечает национальным интересам России, в частности, интересам, связанных с тем, чтобы обеспечить безопасность стран Центральной Азии. Потому что Россия гарантирует безопасность трех стран Центральной Азии, как минимум, но также взаимодействует с другими странами, а их всего пять. Есть другое направление, тоже связанное с Афганистаном, это линия, связанная с ОДКБ.
Это как бы уже второй бастион такой защиты на тот случай, если в Афганистане события как-то пойдут по непредвиденному сценарию, на границе могут возникнуть какие-то столкновения, и у нас уже был пример такой в 1999 году, Баткенская война. Вот. На этот случай у России есть договор о коллективной безопасности, есть военные базы в Центральной Азии и так далее. То есть это на самом деле две взаимодополнительные вещи. Потому что Россия, с одной стороны, и обеспечивает там безопасность, и, с другой стороны, договаривается, чтобы можно было не воевать. По этому поводу еще кардинал Ришелье в свое время сказал, что пушки — это последний довод королей. Вот. Зачем применять пушки, если можно договориться? И вот не всегда, на мой взгляд, адекватно понимает журналистское сообщество, насколько глубоко две эти стратегии взаимосвязаны. То есть концентрируют внимание либо на одной из них, либо на другой, там, и так далее, и тому подобное. Есть еще одно направление у внешней политики России, и, на мой взгляд, оно сейчас самое актуальное относительно Афганистана, потому что после того, как ушли американцы, в Афганистане создалась такая дырка, связанная с безопасностью и с интересами окружающих Афганистан государств, азиатских. И здесь на России, на Китае и на других странах, соседях, лежит огромная ответственность, связанная с тем, чтобы гармонизировать интересы этих стран через организации против ШОС, совещание по взаимодействию миром доверия в Азии, там много достаточно есть структур. Андрей Анатольевич, спасибо большое. Мы уже, так понимаем, вы уже прямо вглубь заглянули в вопрос. Я уж понял, что действительно этот конвент и, в частности, эту дискуссию будут ждать не только научное, но и журналистское сообщество для того, чтобы разобраться во всех этих перипетиях, которые сейчас происходят. К сожалению, время нашей пресс-конференции подходит к концу. Мы вынуждены завершать. Спасибо большое нашим уважаемым спикерам, которые сегодня присутствовали и рассказали о 13-м конвенте Российской ассоциации международных исследований, который будет посвящен теме к 30-летию внешней политики новой России и пройдет с 14 по 16 октября в МГИМО. Спасибо всем, всего доброго, до свидания. Спасибо.